4 мая 1945 года. Войска 2-го Белорусского фронта овладели городом Воллин, заняли 9 населенных пунктов, взяли в плен более 22 тысяч немецких солдат и офицеров и захватили на аэродромах 240 самолетов противника. Войска 1-го Белорусского фронта, наступая южнее города Бранденбург, с боями заняли 4 крупных города и 6 населенных пунктов. Столица Германии, взятый в плен генерал-лейтенант полиции Герум, начальник берлинской полиции генерал-майор полиции Хайнбург, начальник охраны имперской канцелярии бригады фюрер СС Монке и многие другие. За 4 мая на всех фронтах подбито и уничтожено 26 немецких танков. В воздушных боях и огнем зенитной артиллерии сбито 14 самолетов противника.